Настоящий герой. Мужественный, честный, храбрый. Именно таким был Денис Лазутин, подполковник полиции, командир оперативной роты ОМОН «Смерч», в составе которого он прошел весь путь от рядового. С начала специальной военной операции подполковник Лазутин был на передовой. Выполняя боевую задачу, своими решениями и ценой жизни спас целый отряд. За это посмертно был награжден орденом мужества. А теперь его имя присвоено 124-й школе, где он учился. Я считаю, это очень важно, когда мы воспитываем детей не на абстрактных примерах, а на совершенно конкретных примерах, историях, судьбах героев, которые им близки. Помимо присвоения имени, изменился и статус учебного заведения. За многолетние высокие результаты как в учебной деятельности, так и в творческой и спортивной сферах школа стала лицеем. Теперь это накладывает дополнительную ответственность как на педагогический состав, так и на учеников. С присвоением статуса лицея, конечно, мы связываем все достижения, которые школы уже были сделаны в предыдущие года, чтобы не только сохранить уровень качества образования в школе, но и стать еще выше и доказать это на всевозможных конференциях, олимпиадах и в рамках единого государственного экзамена. Кроме того, сотрудники Росгвардии возьмут шефство над учебным заведением. У юнармейцев лицея будут дополнительные теоретические и практические занятия с действующими бойцами, а также встречи с героями и тематические экскурсии. А завершилась торжественная церемония присвоения имени, которая прошла в День солидарности в борьбе с терроризмом, возложением цветов к памятным доскам, которые установлены в честь выпускников лицея, погибших, защищая свою родину. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.